Hi guys, in this video I'm going to watch a speech by Belarusian President Alexander Lukashenko. Here he is speaking at the 77th anniversary of the victory of the Soviet Union on the Eastern Front of World War II. And the video is actually titled "Brothers are at war now, Ukrainians and Russians." So I'm sure the Ukraine-Russia war definitely a topic in his speech. So I'm very curious. Let's go and check it out. Уважаемые ветераны, дорогие соотечественники и гости Беларуси. Чисто по-человечески хочу вначале обратиться к вам и поблагодарить всех пришедших на эту священную площадь. Они там должны видеть и знать, что мы не забыли. Что Беларусь помнит. И пока мы приходим сюда, вместе со своими детьми, говорит о том, что Беларусь будет помнить всегда. Поздравляю вас с Днем Великой Победы. Победы, которая сохранила белорусскую нацию и предопределила путь развития всех поколений белорусов. Стала неотъемлемой частью общей национальной идеи. И сегодня у священного вечного огня мы преклоняемся перед нашими ветеранами, отдаем дань памяти тем, кто погиб, защищая наше право жить, жить свободно на родной земле и в своем государстве. Мы помним всех, кто до последнего патрона сдерживал врага на границе и у Брестской крепости, под Минском и Могилевом, кто был замучен в застенках гестапо, кто сгорел в Хатыне, Дальве и Тростенце. Всех, чей кровью пропитана каждая пять нашей земли. Горе и смерть принесли миру гитлеровские палачи. Нас, белорусов, русских, украинцев, они хотели стереть с лица земли, а заодно с нами евреев, цыган, татар и, по их мнению, прочих недочеловеков. Миллионы жителей положила на алтарь победы наша большая общая родина – Советский Союз. И 80 минувших лет не заглушили эту боль. Честь и слава победителям, вечная слава погибшим, минута молчания. Дорогие друзья, мы, белорусы, братские нам народы, помним и понимаем значение сегодняшнего дня Великой Победы не только в своей жизни, но и в судьбе мира. Мы дорожим этой страницей истории, храним в сердце боль о потерях и гордость за наших славных победителей. Мы просто не имеем права и не можем это забыть. Поэтому, обращаясь к современному поколению, я прежде всего адресую свое послание тем, кто живет в тумане лжи и обмана, кто лишен возможности изучать правдивую историю Второй мировой и Великой Отечественной войны в школах. Там, на чьих улицах все громче раздаются лозунги марширующих ветеранов СС и неофашистов. Я адресую это послание от имени белорусского народа тем, кто День Победы объявил вне закона, кто разрушает памятники погибшим освободителям и, прежде всего, советскому солдату. If you guys didn't know, Belarus was the smallest of the three Slavic republics included in the Soviet Union, and of course the larger ones being Russia and Ukraine. Зная и понимая место Белоруссии, свое место в системе координат нынешней планеты, я тем не менее, как представитель народа-победителя, обращаюсь к народам стран Запада. Подчеркиваю, мое сегодняшнее обращение к вам, людям таким же, как и мы, стран Запада. Ваши политики сделали очень многое, чтобы вы забыли, кому мир обязан освобождением от фашизма. Сегодня немногие из людей, живущих за пределами Беларуси и России, знают, что Вторую мировую войну выиграл Советский Союз. Что Второй фронт, о котором сегодня много говорят на Западе, открыли только летом 1944 года прошлого века, тогда, когда победа СССР стала очевидной. Каким бы странным это ни казалось, но в победоносном наступлении Красной Армии, которое привело к разгрому фашистской Германии, нынешние властители мира тогда увидели угрозу. Поэтому сразу был взят курс на очернение и демонизацию Советского Союза и славянского мира. Хотя после победного мая Советский Союз, США и другие победители вместе единогласно вынесли приговор нацизму в Нюрнберге в ходе трибунала над военными преступниками. И все были уверены, что бесчеловечная идеология расового превосходства раздавлена, и что ее черная тень никогда больше не возникнет над нашей планетой. Но что видим сегодня? Средневековая борьба за территории и ресурсы продолжается. Только на смену крестовым походам пришла экспансия зарубежных фондов. Ту же агрессию наблюдаем теперь под лозунгами сохранения прав человека и некоего устойчивого развития стран. Но на самом деле политики Запада не хотят признавать то, что миллиарды людей на Земле веками живут по своим законам. А чтобы создать мир по своему образу и подобию, они пытаются ослабить тех, кто живет и думает иначе. Here he is accusing West for trying to implement the Western laws and Western cultures in other countries. And that is 100% accurate. Обращаясь сегодня к народам Запада, хочу сказать, но вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан. Попыток силового переустройства Ливии, Ирана, Сирии, Афганистана и других стран. Это все было на нашей памяти. Переустроили. Демократия под крылом натовских самолетов оставила народам этих стран только боль и страдания, жертвы и разрушения, экономический хаос и всякое отсутствие перспектив. И никакое марионеточное правительство, которое вы привели там к власти, не способно сделать цветущий оазис. Я хочу, чтобы вы, народы Запада, простые люди в Париже и Берлине, в Варшаве, Нью-Йорке, Брюсселе и Амстердаме, живущие мечтами о зеленеющей Сахаре, планами спасения лесов Амазонии и накормленных детях Африки, знали, что ваши деньги, очень много ваших денег, тратятся на самый обычный геноцид. Никакую Сахару вы не спасаете, никакие леса вы не спасаете, и детей вы не накормили. Вас использовали в темную, в Югославии, в Ливии, в Ираке, Афганистане, а теперь в нашей Украине. Последователи нацистов одержимы идеей реванша, но открыто сражаться с наследниками советского народа не готовы. Хорошо усвоили уроки, видимо, поэтому накачивают Украину оружием, воюют с мемориалами, символами, ветеранами, узниками концлагерей и даже их семьями. Here he is clearly accusing the West for participating in a proxy war with Russia with the name of Ukraine. В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране, чудом выживший под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову. И это ваши западные элиты взрастили этого монстра, свергли законную власть, вооружили до зубов новоявленных приспешников Бандеры и Шухевича, сделали нацизм государственной идеологией, столкнули братьев украинцев и россиян. Безумные политики Европы прежде всего не понимают, что, используя сегодня фашизм, нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него, потому что он не может быть замкнут границами одной страны. Он завтра захлестнет всю Европу. Хотелось, чтобы и украинцы, которые поддались этому, понимали, что сегодня они герои, из них делают героев, а завтра их будут уничтожать, потому что нацизм в Европе не нужен. В тех западных странах хотят, чтобы нацизм был у нас, чтобы мы раздевались противоречиями, чтобы мы страдали. Я думаю, Западу надо над этим тезисом подумать. А Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства. Там уже поделили Украину на части. Там уже думают, какой кусок оторвать себе. И вы их знаете. На многострадальной земле сегодня гремят взрывы и гибнут люди. Так называемые нацбаты истребляют свой народ по этническому признаку. Но агрессором коллективный Запад называет Москву и Минск. Поэтому и пытается вычеркнуть из истории нашу культуру, русскую культуру, язык и многовековые традиции. И неудивительно, что мы, белорусы, разделяем вместе с россиянами бремя незаконных санкций и ограничений, от которых вам, простым европейцам и американцам, будет нанесен больший ущерб, чем нам. Вы уже это почувствовали. Но это только начало. Там, за рубежом, никого не волнует то, что белорусская армия не воюет. Игнорируется то, что мы сделали для скорейшего прекращения боевых действий в свое время, да и сейчас, стараемся вести себя таким образом. This is a very aggressive, powerful, controversial speech, and I love it. He is very open about a lot of things. He talks about worst, their propaganda, their double standards, Russia-Ukraine war, Nazism, fascism. This is very powerful stuff. This is very controversial. Мы мирные люди, но даже не пытайтесь с нами разговаривать с позиции силы. Ваши мечты загнать славян в новое рабство, которое вы называете глобализмом, несбыточны. Ничего не изменилось. Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость на пути любого врага. Все попытки задушить делают нас только сильнее и воодушевляют других. Потому что на белорусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим злом мировым, смотрят миллиарды людей. Китай, Индия, страны Латинской Америки, Африки, арабские государства от американской удавки устали все. Уверен, что и вы, простые граждане, как и большинство населения планеты, выступаете за новый справедливый мир без дискриминации и санкций, в котором все народы свободны и равноправны, а вопросы и проблемы решаются путем диалога. Но ваши власти никогда не скажут вам настоящую правду. Британские, французские, американские средства массовой информации продолжают натравливать свою аудиторию на Россию и Беларусь, формируя в сознании ложный образ агрессора. Им надо наконец-то разобраться с нашим единством, последним оплотом нашей цивилизации. Доходит до абсурда, когда вам запрещают думать, что первым человеком в космосе был советский гражданин. Запрещают произведения всемирно известных русских классиков. I don't agree with those bans. Those are ridiculous. If you want to ban all the people who started the war, then you have to ban everything America ever done. Because you can't even count how many wars America started. That is just too many. Just too many. Ведь никто из вас не хочет войны. Но европейские столицы сделали все, чтобы она состоялась. Сейчас уже ни для кого не секрет, что весь западный мир воюет против России в Украине. А нас упрекают в том, что мы поддерживаем Россию. Одумайтесь. Белорусцы не имеют ни юридически, ни морального права не поддерживать Россию. Мы всегда были вместе. Мы всегда были едины. И что бы вы ни делали, какие бы стрелы ни бросали в нашу сторону, у вас не получится нас разорвать на куски и разъединить. Не нужны никакие резолюции Организации Объединенных Наций, чтобы понять, что раз ты поставляешь кому-то оружие, продаешь или просто даришь, как сейчас в Украине, если ты толпами туда поставляешь наемников, поддерживаешь его в этой гибридной информационной войне, то ты далеко не сторонний наблюдатель. И не надо переводить стрелки на нас. Около 50 государств сплотились сегодня на Западе против одной России. Поэтому нас упрекать не надо, потому что мы одни с Россией. Нас не 50. Посмотрите на свою политику и подумайте, что будет завтра. Хочу, чтобы все меня еще раз на Западе услышали. Белорусы не агрессоры. Но оставаясь союзником и стратегическим партнером братской России, мы будем ее всячески поддерживать. Нас объединяют, вдохновляют примеры героев прошлого, ответственность перед нашими детьми и великая победа, которую мы никогда никому не отдадим. В этой связи хочу сказать, оставьте нас в покое. Leave us alone. Не трогайте нашу святую землю. Don't touch our sacred land. Слишком глубоко она пропитана кровью предков. И наши могилы в вашей земле не тревожьте. Не по-человечески это, не по-людски. Я что-то не вижу всех западных послов здесь, которые приходили в Хатынь, Тростенец, меня просили, чтобы их там встретил, которые были на этой площади. Где вы? Почему не пришли помолиться и покаяться? Вот ваше лицо, вот ваше нутро. Я в Хатыне об этом говорил. Я знал, что так будет. Вы тогда игрались с нами, доигрались до того, что довели до фашизма. И сейчас продолжаете свою безмозглую, глупую политику. Остановитесь и откажитесь от нее, пока не поздно. Признайте уже, наконец, право нам самим определять, как дружить с нашей Россией, с нашей Украиной. Дружить не против вас. От такой дружбы не будет беды ни Польши, ни Литве, ни Латвии, ни Германии с Францией. Всем будет только благо от этой дружбы. Это касается поставок сырья, энергоносителей, транзита товаров, а других путей более коротких и надежных нет. Потому что, как мы, соседи, которых не выбирают, которые от Бога. Поэтому мир, где уважают интересы всех и каждого, надежнее сиюминутных решений о вступлении в НАТО или строительстве посередине Европы забора через тысячелетний лес Беловежской пущи. И где же вы, защитники природы? Что же вы заглохли? Почему вы не едете туда спасать животных, которые веками жили и не видели границ? Где вы? Вы лицемерие и мерзавцы. Вау, вау. Вы боитесь. Wow. Вы боитесь пустить туда людей, потому что они увидят десятки, а может быть сотни могил погибших людей, которые шли к вам по вашему зову совсем недавно через нашу границу. Вы их хватали, убивали и закапывали на том месте в лесу. Задумайтесь. Задумайтесь и еще раз подумайте. Беларусь предлагает вам создать такой мир вместе, по-соседски. Но для этого вы должны перестать, как минимум, учить нас жизни. Крепко поразмышляйте об этом. Подумайте о том, как обратить внимание своих руководителей на действительно важные для будущего планеты вопросы. Очень хотел бы, чтобы мои мысли были услышаны далеко за пределами Беларуси, там, прежде всего, на Западе. Думаю, у нашего Министерства иностранных дел достаточно возможности сделать это. И возвращаясь к сегодняшней теме, мне особенно приятно видеть на площади тысячи молодых, энергичных и талантливых белорусов. Глядя в их ясные умные глаза, я верю, что великий подвиг народа и память о нем будут жить в веках. Дорогие друзья, извините за этот, опять же, неформат. Вроде бы праздник, но, согласитесь, великий, величайший праздник с привкусом горя и печали. Не хотелось бы, чтобы это повторилось. Но вы должны помнить, это наша победа. Мы ее просто не должны никому отдать. Это наше величайшее достояние. Достояние не только белорусов, но всех народов Советского Союза, движения сопротивления на Западе, всех людей, в том числе американцев, англичан и немцев, которые воевали против фашизма. Давайте это ценить. Поздравляю вас с одним из самых главных наших праздников. Желаю героям-ветеранам здоровья и долголетия, а всем белорусам мира, добра и благополучия. Чтобы над нами всегда было такое светлое, голубое небо и яркое праздничное солнце. Пусть живет и процветает наша чистая, светлая, прекрасная, мирная Белая Русь. Пусть в веках сохраняется память о воинах-победителях. С Днем Победы! Wow, that was one of the best, powerful, open speech by a president, a political leader that I ever see. Wow, he have no fear. he is not diplomatic at all. He is very open. He is very openly talking about everything. The West, the Ukraine, the Russia, the Soviet Union, the fascism, the Nazism. Wow. I don't really know much about him, but I respect his open mind, the way he is openly talking about his mind. You know, that is very courageous. Wow. Wow. Anyway, that's it guys, that is my reaction to this video and see you guys on the next one.